Здравствуйте, друзья! Мы в рамках нашего проекта «Первые 10 шагов» учимся не бояться краски и экспериментируем свои взаимоотношения с разными видами картин. То есть мы брали пейзажи, мы брали натюрмортную идею в виде винограда, вот, портрет мы с вами имеем, и в этом разнообразии, конечно, нельзя пройти мимо моря, морского пейзажа, тоже попробовать его пощупать, для того, чтобы, ну, некоторый маршрут уже выбрать для дальнейшего развития. Кто-то поймет, что портрет не его, ему не интересно, кто-то решит, что море он не чувствует, кто-то решит, что он вообще только горы. Море. Вот этот пейзажечек. Единственное, что уберем вот эту козявочку. Уберем и сделаем сам пейзаж, просто пощупаем идею моря. Для этого нам понадобится голубая ФЦ. По-прежнему у нас скупая палитра. Голубая ФЦ. Розовенькая чуть-чуть пригодится. И в этот раз мы прибавим новый цвет, которым мы еще не пользовались. Но поскольку море специфический объект, то вот у нас появилась бирюзовая. Итак, разбавитель. Смачиваю разбавителем, чтобы холст легко принимал вещество краски. Белильце. Конечно же, голубильца, розовильца. Еще голубильца, еще белильца, еще розовый. Белильца розовый, немного коричневого. Та вода, которая попала на свет, то есть это гребень, а за ней освещенная площадка, будет у нас с легкой теплинкой. Розовый с коричневым даст эту теплинку. Опять эти же провисающие прикосновения, то есть лодочный характер укладки. Тонально чуть чуть светлее, чем тот цветик, который был. Можно немного добавлять бирюзовый
будет более сложный. Более сложный и более как бы единый с толщей воды цвет. Возможно, еще ранее у кого-то из вас вполне получился сносный результат. И так долго мурыжить, как я это мурыжу, может быть, и не надо, если уже сносно и вас удовлетворяет результат. Лучше оставить его в том виде, в котором он сносен. Для того, чтобы не перемучить картиночку, потому что если опыта еще пока нет, то можно и перемучить. Ну, в общем-то, здесь однородная вот эта работа. Или, скажем, вот этим. Не чувствуете силы? И не надо. Там же их нет. И вам, может, не надо. Это я бирюзовый сюда закладываю. Тоже для усложнения. Так, для любителей чаек можно чайку летящую где-то здесь нарисовать, вот где-нибудь здесь. Но чтобы она была освещена именно с этой стороны. Вот. Вот, ну и, пожалуй, хватит. Знакомьтесь с морем, с идеей моря. Очень много людей ее очень хорошо чувствуют, эту идею моря. И я думаю, что некоторые из вас со мной согласятся.